Помнишь, как ты учила меня смотреть людям в глаза, чтобы они первыми отводили взгляд? Король не может показывать слабость и нерешительность. Это твои слова. Я усвоил этот урок в совершенстве. Только тебя мне так и не удалось принудить к покорности. Только тебя! У тебя еще есть шанс облегчить свои страдания. Признайся во всем здесь и сейчас, в присутствии посла. Посмотри мне в глаза и яви свое раскаяние и покорность. Ну, как хочешь. Палач, выколи ее гнусные глаза. Ты совершаешь непоправимую ошибку, король. Еще поговорим, ведьма. Может, я, конечно, и не прав, но согласитесь, любителей ложек не так уж и много в Ведьмаке. Ну а впереди нас ждет несколько видео, посвященных Гюнтеру Одиму. Пора уже разобраться с этим сукиным сыном. Если у вас есть какие-то интересные вопросы или пожелания по роликам, напишите об этом в комментариях. Самые интересные я попробую реализовать.